как красиво. Не знаю, камера передает такое или нет. Все везде огородили. Даже подход к речке, к саю, к этому, к Кызылсу. И то целая проблема. Находим дырки в этих, как их называют, в заборах. И только через них пытаемся пробраться. Что нам заборы? Если есть заборы, значит есть дырки. Вот мы и пробрались к речке. Теперь погуляем вдоль речки, посмотрим, что там есть хорошего. О, рыбки плавают. Ух ты, какая большая, смотри. Вот куда на рыбалку-то надо приходить. Вот так течет Кызылсу. А это, наверное, остров. Когда она растекается, он там идет. И вот здесь. Это русло сухое. А там, ну, понятно. Так. Сюда поднимемся. Там посмотрим. Там поляна, по-моему, какая-то. Сейчас пойдем туда. Так. Здесь у нас вот такая поляна большая. Ну, пройдемся вот по этому экзотическому ландшафту. О, буренки тут везде лазают. Пастись, наверное, негде. Везде тут лазают. Так что у нас по времени не получается за сокол сходить. Ну и здесь красивые места. В принципе, можно с палатками здесь вставать. Вот. А видимо, здесь строили сами люди купальные эти заводи, ванночки. Иди отсюда. Ходите тут, бродите. А это я не знаю, что за растение. Вон какие гирлянды. Не знаю, что это такое. Что за кустарник. Ну, весь усыпанный вот такими делами. Вот там столько рыбки плавает. Попробуем не спугнуть, подойти. Растут, да. В принципе, для выживальщиков место подойдет. Пропитаются и рыбками, и продуктами на деревьях. Вон косяки какие ходят. Ну, попадется баклажка, попробуем на баклажку половить. Думаю, пойдут на вкусняшку. Пролезет. Пролез. В общем, самую простую ловушку сделали. Правда, хлеба нет, есть что-то вкусное такое, сладкое. Вот попробуем. Что-нибудь поймается на это или нет? Рукоделие. Сейчас отойдем, посмотрим, как они на крокусы клюют или только на хлеб клюют. А потом подойдем, посмотрим, что тут есть. Девочка, разбежались? Он спряталась. Он сидит, спряталась. Как будто мы ее не видим. Такой маленький Кызылсу. А рыбы. Ну не знаю, что это за рыба. Вон целая стая погнала. Будет видно, не будет вам видно. Вон сколько их там играется. Рыбаки-то шли здесь. Я вообще даже не подумал, что они здесь есть, эти рыбы. Лягушка. Сейчас мы получше рассмотрим.
Спасибо за интервью. Ближе подойду, не распугаю. Нетронутая природа. Врагов у них здесь почти нету. Почти, но есть, конечно. Главного врага нет, человека. Вот так вот. А мы потом проверим там свое. Знаете, сколько их много? А? Проверим потом свою закидушечку. Сразу говорю, мы выпустим, если что-то попадется. У нас сейчас цели нету ловить. Прошло полчаса. Посмотрим. Посмотрим, чего тут наловилось. Ну, думаю, там ничего нет, потому что с момента ухода они вообще отсюда убежали. Расшугало их все. Вряд ли там что есть. Они не вернулись. Ну, поглядим. Нету ничего. Листики поймал. Ну ладно. Пускай приплывают, живут. Факт то, что они тут есть. Все равно бы отпустил, даже если поймал. Хмель вот есть. О, в Ташкенте уже давно я не видел, где растет хмель. Ванночка хорошая, купаться. Как ни странно, в любой луже, вот такой крупной, как это, да это ванночка, купаться можно. Везде есть рыба. Везде. И много ее. Что за рыба, это я не знаю, но он даже крупная попадает. Так. Вышли вот на такую полянку. Но, о, кузнечики или что это? Саранчос или кузнечик. Кажется, он на две части поделился. Мы все продолжаем гулять. А вот она одна, да, гора мокрая, которая может сойти вся мокрая. Но здесь не родник, он где-то дальше был. Сейчас посмотрим. Так, так, наверное, пойдем. Да, камни навалены. Вот откуда они здесь? Вроде гора глиняная. Старые добрые времена нанесло, наверное, сюда. Так. Да. А, точно дальше. Вот это дерево, вот, я помню. Здесь место такое для отдыха. Классно. Это я помню место. Когда-то был здесь. Сюда мы забредали. Здесь хорошее место тут отдыхать. Такое тенистое. Ну вот опять все заболочено. Зато здесь и тебе текет. Вот как. Нам на ту сторону. Вон туда. Вот еще поляна с таким видом. Это же полянка неплохая. Уху. Просто болото. Лилии не хватает. Там видишь? Да, что-то за 100. А, там за пруду сделали. Бобры человеческие. Понятно. Ну вот ясно, почему здесь болото стало. Потому что тут люди сделали сюда дорожку. Ну кто-то частник выкупил, наверное. Соорудили вот такую запруду. Вот теперь это болото. Наверное, это не очень хорошо для экологии. Но
деньги, бизнес, этого не понимает. А это очень плохо. Это уже нарушение экологической ситуации. Вот так вот и погибают все реки. Вообще кошмар. Здесь этого не было раньше. Все, назад пойдем. Ну, в общем, вот такая прогулочка по Саве получилась. Места хорошие, но коров много. А так и воды мало. Очень жалко. Но рыбки есть. В общем, кому интересно, ищите здесь дырки в заборах. Проходите на Сай, гуляйте по Саве. Здесь красивые места. Два красавца летают. День прошел, и солнышко садится.